Андрей, скажи мне, пожалуйста, что важное в походе, когда сильный ветер? Важно иметь с собой или воды побольше, или веса. Или тяжелого друга. Потому что некоторые весят совсем чуть-чуть. Похоже, мы будем кого-то сегодня держать, чтобы не улетел. После перевала вот такая дорога. Сейчас покажу, как проезжает машина. Ее попытались подровнять, но в поджимах она вот такая. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now. Для усталых путников, если душа. На бугристый, через шкуродер. Здесь на риск мама. Фотомодель наша не хочет стоять на месте. Походнички, помашите мне рукой. Ветрище на мысу. Наташа, хорошо тебе? Зачем ты ноги так сфотографировал? Чтобы показать, какие это же раксы. Нет, это не раксы. А потому что человек, когда ходит, у него ноги такие здоровые. Там уже ничего нету. Иди уже обедать. Сегодня казуемая фраза от Андрея. У меня все есть, но в машине, да? Все есть в машине. Thank you.
Michael. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go on it. Вот везде наши люди, везде наши люди. Это Степан, который всех возит. Да. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool.